Ух ты, смотрите, какая спереди у нас появилась спилка. Ого, как он стреляет. Вот это он наваливает, конечно. Всем привет, ребятушки, вы на канале Никита ТВ Геймс. И сегодня, я думаю, мы постараемся пройти всю игру Into Die 2. Ребята, может быть, мы и доедем до точки эвакуации, а может быть, конечно, и нет. Все дело в донатах. Ребята, смотрите, у нас есть заключительная тачка, финальная тачка Белас, но посмотрите, как дорого стоят к ней все эти запчасти. А если мы донатим, ребята, нам даются буквально вообще копейки. Поэтому я сидел, как всегда, донатил, прокачал топливный бак. И сейчас мы попробуем с вами пройти первый этапчик. Давайте возьмем немножко ускорителя. Буквально чуть-чуточку. Вот он у нас, ребята, смотрите, вот это ускоритель появился. Вот это такая штучка. Давайте чуть-чуть коробку передач прокачаем. И чуть-чуть буквально движочек. Все, ребята, поехали. Вау, смотрите, это наш Белас. Вау, вот это Белас, а? Что мы так все замкнули? Ну, почем, ребята? Ну, давай, Белас, прорывайся. Есть. Вперед, Белас. Нахи зомбарики получается. Ну, конечно, он просто мощный, Белас. Он даже... Давай. Ну! Давай, Пегасок, фу, вот, наконец-то нитро сработало. Нажимаю на нитро, ребята, ничего не происходило. Воу, там стена была, ребята. Йоу, проваливаемся куда-то. Мы куда-то проваливаемся. Но нет, не едем. Конечно, Белас мощный. Он просто такой здоровый, да, смотрите, ребята. Я думаю, тут с ним проблемы в плане бронять, я думаю, не будет. Тем более, если мы его забронируем, конечно, просто не пробиваем ничего. Давай, дави этого зомбака большого. На, получай. Фу, есть, ребята, у нас еще топлива много. Это хорошо. Йо-йо-йо. О, есть, вот он, запрыгнули. Давай, выходи тебе. Отлично. Так, тихо, только не сломайся. Куда мы, ребята? Кто? Движок-то сломался. А у нас движок, ребята, сломался. Чисто, пробуем чисто на нитрочке. Давай на нитрочке, пожалуйста, доедь до конца. Все, ребята. Вот тебе и первый этап, ребята, мы его даже не смогли пройти. Вот это жесть. Ну что, давайте тогда еще прокачаемся немножко. А, нам надо, ребята, броняку. Давайте первый уровень броняки купим. Ну, ух ты, смотрите, какая спереди у нас появилась спилка. И давайте мы купим с вами еще тогда немножко коробку передач. И немножко нашего ускорителя. Все, ребята, поехали. Вау, пила работает. Ну что, зомбаки, а? Все? Не ожидали? Да, ребята, конечно, финальный уровень. Я вот уже чувствую, что будет очень сложный. Особенно с этими донатами. Давай ты газуй, ты останавливаешься. Поэтому проще, конечно, наверное, скачать. Ну, такую взломанную. Я себе буду просто не сплоховаться, чем сидеть, постоянно донатить. Ну, либо, конечно, покупать наши эти монетки. Ух ты, смотрите, ребята, куда мы забрались. Здесь не были, да? Ой. Какой-то ящик появился. Но все равно... О, нет. Давай. Ну, ребята, по самым крышам каким-то скачем. О, все, отлетела наша броняка. Но главное, что движочек еще не сломан. И мы спокойно едем. Хотя я думаю, ребята, что вылазить-то и не будет. Может, движочек ломаться тихо. Да, какие-то тут ухи. Пространство мы пролетаем. Куда-то мы вкатываемся. О, вау, здоровый такой зомбак. Ну что, так, вот здесь, да? Мы были здесь в прошлый раз. Но! Нитро, это что такое? Что-то у меня, ребята, нитро пробуксовывает. Так, ну вроде осталось совсем чуть-чуточка. Давай, все, у нас, наверное, смотрите, закончился, да, закончился, ребята. Но мы кое-как доезжаем до финиша. Давай ты, ух ты, смотри, где финиш-то. Это на каком-то, на какой-то вышке. Фу, конечно, так неплохо покоцались. Да, ребята, смотрите. Мы приближаемся все ближе и ближе к нашей точке эвакуации. Ну что,
Второй этап, ребята, попробуем пройти. Давайте прокачаем. Давайте, наверное, купим, может быть, оружие. Или нет, все-таки. Или попробуем без оружия. Ладно, да, покупаем. Ускоритель. Давайте еще ускорителя купим. И купим броняку. Ну, тогда немножко сзади забронировались. И у нас еще остается немного денег. Давайте возьмем колесики. Вот такие колеса, ребята, у нас появились. Ну что, в бой. Так, второй этап, ребята. 242 денег. Я уже 242 раза играю в эту игру. Так, мы едем. Куда-то мы едем. Там почти везде. Так, пока мы, ребята, будем... Да что такое? Что там перестала ниточка срабатывать? Я не понял, а? Нажимает, как обычно, но она что-то у нас... Ладно, давайте еще. Ну вот, сейчас вроде все работает. Хотел запрыгнуть в какой-то мост, какую-то стену закрыть. Так, тут падаем. Падаем, аккуратненько, тут голову какой-то. Ух ты, какой здоровый зомбарь, а? Идти, ребята. Ну что, пройдем мы? Доедем уже куда-нибудь. Давай, не пробуй. Тягивай нас отсюда. Ну пока... Пока особо не покоцаться ничего, да? Так. Где лазит ты наш, а? Ну давай, да что такое? Он такой очень медленный, конечно, лазит. Опять не перестал сработать. Ну помните, что это? Я опять не сработал, вот сейчас сработаю. Давай, давай, давай. Чего, ребята? Походу он... А не, у нас еще тут его не кончилось. О, сейчас я тушечку сделаю. У нас же еще есть снайпер, а что-то я... Ух ты, смотрите, как я разогнался. Вот сейчас, ребята, все. Ну почему, неплохо. Нам буквально осталось 1/4 где-то еще проехать. Так что сейчас будем, ребята, донатить и прокачиваться. Итак, ребята, ну что, я немножко подонатил, посидел. И теперь у нас... Нам можно дальше прокачиваться. Что, начнем с ускорителя. Потом, ребята, давайте еще прокачаем коробку передач, прокачаем движочек и за 500-ку что мы можем с вами прикупить? Давайте, ребята, купим колеса. Лучше сыплю. Ух ты, какие колеса появились. Ну что, вы, ребята, колесик вообще не нравится. Кто-то стал у нас вылазить. Крутой грузовичок. Так, ты что, запыляешься нигде. Все, понеслась. Я надеюсь, сейчас мы поедем до финиша. Ну, то, что мы побьем рекорд, это любом ребята. Опа, опачки, куда-то я запрыгиваю тут, а? Там нас от себя не ожидал, ребята, нитро сработало. Так, прорываемся сквозь всякие эти ящики. Ну. Так, вроде хорошо, падаем, падаем, падаем. Все, тут мы летим аккуратненько, аккуратненько. Наша пилка сейчас сломается. Что? Или нет, наверное, мы ее рано потеряли, да, ребята? Давай, 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 давай. Ух ты. А тут мы тоже не были. Неплохо. Такие какие-то... Ух ты, и в ямку не упали, ребята. Смотрите, как мы тут делаем четко. Круто. Давай, запрыгнули. И сюда даже запрыгнули. Жалко, давай. Жалко. Ладно, ничего страшного, в принципе. Да ничего пока страшного. Фу. Куда-то... Какие-то мостики подцепляемся, ребята. Хорошо, мы... Сократили очень много, я так понимаю. Я это даже уже понял, потому что у нас сейчас, смотрите, сколько бензина. Мы просто какими-то прыжками с вами все делаем. Вот, да, поехали сюда, ребята. Ну, есть, мы же побили этот рекордик. Это хорошо. Так, падаем, куда-то мы падаем. В принципе, еще бензин есть. Вот микрофон, давай, что доски, надо сюда вылетать наверх, да? Конечно, обидно. Воу. Всё, нету, ребята, ускорителя. И топливка заканчивается, ёшкин ты кот. Если бы мы не попали в эти ящики, ребята, а поверху прошлись бы, мы бы доехали до финиша. Как обидно, а? Ну что, ребята, немножко поддонатились. Давайте купим ускоритель. Потому что явно его туда нам не хватило. И может давайте, ребята, купим оружие. Как вам, смотрите, какая тут штучка появилась у нашего белазика. Ого, как он стреляет.
Вот это он наваливает, конечно. Как только она еще была бесконечная. Что это? 15 на прошку. Так, давай, давай, давай. Белатика, мы уже знаем, куда нам надо прорываться. Так. Главное, если мы, ребята, дойдем до тех ящиков, надо будет вылазить наверх сразу на ящички. Так, так, все нормально у нас складывается. Так, падаем аккуратненько. Летим вниз, там уже тут мы затеряли крылья, да? Да, она уже у нас подбалтывается. Ну вот она, вот она, ребята. Где это наша крылочка? Привет. Привет. Это что такое? Какая-то палка нас остановила, наш Бивас. Давай, давай, прорывайся. Вот так. Не, ребята, по-моему, мы плохо идем. Так, отлично, тут мы все по нашему сценарию запланировали. Да, нормальненько. Давай, давай. Есть, ребята, есть. Летим куда-то, летим. Пока летим, не знаю куда. Прыжочками какими-то, вы видите, как хорошо мы прошли, да? Давайте сюда, ладно, поедем вниз. Думаю, ничего страшного не будет, какие-то... Только ящики. Ух ты. Мы здесь были? Наверное, да. Нет, ребята, опять эти ящики. Фу. Да нет, я не смог заехать наверх, ребята. Все, нитр спустил просто. Все, спустил. Мы так быстро подобрались к нему. Я даже не ожидал, честно. Ну что, ребята? И ну, мы, пожалуйста, мы долетели. Да, мы перелетели даже. Есть, ребята, фу, вот это второй этап, конечно, какой он был сложный. Мы это сделали. Есть, ребята, я не представляю, что нас ждет, конечно, в третьем этапе, в заключительном. Вот, ребята, все. Последний этап и точка эвакуации. Ну что, ребята, на этом, конечно, я заканчиваю. Уже в следующем видосике опять нам придется донатить. Я надеюсь, мы прокачаем полностью наш Белаз. И мы все-таки дойдем до этой точки и закончим игру, мы ее все пройдем. А с вами был Никита ВГС, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребята. До скорого в следующих видосиках, пока-пока.